Наличие маски для посещения библиотеки строго обязательно. На входе посетителей встречают проверяющие. Обязательно измеряют температуру. Анастасия с нетерпением ждала открытия областной библиотеки. Девушка увлекается музыкой и играет на фортепиано. И для занятий ей необходимы ноты. Здесь уникальное издание. Я брала ноты. Ноты в интернете очень мало можно найти. А здесь такие очень необычные экземпляры иностранной и отечественной литературы. С 9 июня по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова библиотеки начали работу в особом режиме. Книги выдают только при наличии у читателей персональных средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. А возвращенные читателями издания будут помещаться в изолированной комнате на карантин на неделю. При этом продолжается работа библиотек в онлайн-формате. Библиотека не прекращает обслуживание в виртуальном пространстве. Точно так же у нас принимаются заказы и на электронные документы, и отправляются части документов в электронном формате. Также мы проводим очень много мероприятий онлайн. Это и лекции, и презентации новых книг. И выдаем точно так же электронные книги, поэтому это самое первое, что востребовано в библиотеках. В целях безопасности пока читальные залы в библиотеках работать не будут. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События.